Точно. Всем привет! Вы опять на моем канале. И сегодня видео будет о моей последней неделе лета. Вот, я не могу поверить, что уже через неделю у нас начнется школа. Я вообще не видела лета, как будто его даже не было. Вот, но я надеюсь, это видео будет вам интересным, и вы проживете эту неделю со мной. Я попытаюсь всю атмосферу из моих летних каникул передать вам, чтобы был какой-то комфорт, может быть, не знаю. Но, да, до встречи. Я сейчас программирую. Я расскажу немножко, как я вообще до этого додумалась. Вот, сначала я записалась на нетологию. Это не реклама, ничего, я просто рассказываю, как у меня было. Я захотела пробовать нетологию, очень много отзывов видела. Вот, я хотела подобрать себе какую-то фриланс-профессию, чтобы начать как-то зарабатывать, как-то начать помогать родителям, уже наконец-то, да. И меня очень заинтересовало программирование, когда я попробовала. Оно прямо вау, что-то в нем есть. По ходу времени я нашла этот классный сайт, который называется Programming with Carol. Вот, программирование с Carol. Я просто его обожаю, тут у тебя вся программа написана, и ты просто проходишь ее, она учит тебя, как писать код с самого-самого начала, и мне очень-очень нравится эта программа, я уже делаю ее неделю. Короче, не знаю, вот посмотрите. Разминаемся. Так, я сейчас буду делать первый раз упражнения на руки, на бицепсы и трицепсы, потому что у меня болит колено, оно вывихнуто. Я нашла вот такие резиночки, которые мне помогут. Я вам покажу, какие упражнения буду делать. Alright, смотрите. Я вам покажу первое упражнение. Вы берете вот так эту веревку. Ее вот так вот тянете. Надо сгибать, обязательно и разгибать. Ай, это будет слишком тяжело. Я взяла по слове. Второе упражнение. Резинка на плече. И потом вот так. Всем привет! Уже второй день последней недели до школы, последней недели лета. Я первый раз за долгое время вышла в парк. Вот так я оделась, немного холодновато, если честно. Вот, обычно я бегала, сейчас я бегать не могу, поэтому я просто снимаю маму, потому что она бегает обычно со мной. Мне нравится, мне классно. Я сейчас сяду вот на лавочку и начну читать книгу. Я потом расскажу, какую книгу я читаю, она мне безумно нравится просто. Мы играем в Roblox игру новую, которая вышла. Называется The Doors. Двери. Ее вообще очень хвалили. И вот мы тоже пробуем. Я очень советую. Сейчас просто начало. Урор. Мила, что это такое? Run away from who? What the fuck? Что? Run. Класс. За 30 секунд. Yeah.
Кивет опять. У меня такая мотивация. Я сейчас пишу одну песню, которую я хочу выложить, но я, короче, не знаю, она не очень получается. Посмотрим, посмотрим. Я, наверное, может, ее выложу тоже на YouTube, поэтому посмотрите, если я ее еще не выложила. Короче, я пошла писать. Всем доброе утро! Посмотрите, в каком я красивом месте сейчас. Опять в парке. Вот, мама бегает, я тут сижу. Насчет книги, которую я вам обещала посоветовать. Так вот, я читаю книгу, которая называется «Ответ». Вот, ее очень много отзывов, хороших отзывов. Это больше про достижение цели, про какие-то принципы в жизни. Короче, мне очень нравится, она очень меня вдохновляет, очень мотивирует, прям очень дает силу. Сейчас проходили какие-то мужчины вот эти и смотрели на меня буквально в метре от меня. Вот, пока я говорила с вами. Я очень советую вам ее почитать, если вы реально хотите достичь каких-то великих целей, даже маленьких целей, знаете, когда вы не могли чего-то добиться какое-то долгое время, и вот эта книга будет для вас переменной в жизни. Это будет для вас тем толчком, это будет первым шагом к вашей мечте. Надеюсь, вам понравится. Скажите мне потом. Так, мы завтракаем уже. Вот наш завтрак. Вот, помните, я делала лепешки? Вот эти блинчики из овсянки, только с помидором, авокадо и лосося. Муа, очень вкусно, попробуйте. Вот мы пришли на гимнастику, девочки. Они будут делать гимнастику, я буду делать кое-что другое из моей таки. Всем привет! Осталось только 3 дня для школы. Вот, мы немножко прикупили одежду. Я купила себе один костюмчик. В принципе, больше мы ничего не нашли, ничего не было. Вот, а канцелярию мы потом купим, потому что у нас наконец-то вводят планшеты. Если хотите еще одно видео о школе уже о первом дне и обо всей вот этой рутине, то напишите, короче, в комментариях. Сейчас я на площадке в парке утром, сейчас 7, и я тут гуляю, слушаю свои песни, анализирую, что нужно немножко улучшить, может быть. Я думаю, я скоро выложу, я сегодня начну уже все это записывать дело. Hello, everyone! It's just been a... Ну что, я хочу выложить песню до 1 сентября, поэтому записывать будем сейчас. Пока запишу только гитару и потом попробую записать голос. Посмотрим, как будет, посмотрим. I'm outside in an AMG, right outside, TT, two-turn baby girl, you know me, still with the dolls that I grew beside, all the niggas around me. Right outside, PT,
caught a shorty off a Fiesta. Just the one I'm really a celebration. Way that I've been living on conventional. I'm just trying to make it to the end. Всем доброе утро. Уже осталось 2 дня до школы. Так, одежда у меня есть. Айфат у меня есть. Вот. Сейчас буду разминать ногу. Я не знаю, как я по ступенькам буду потом ходить по школе. Там, короче, сейчас будем тренировать. Я начинаю свою реабилитацию. Всем привет! Я сейчас уже сняла гитару. Я уже записала гитару. Вот. Гитарное как бы соло, ну, как бы немножко гармонии. Вот сейчас остался только голос. Только голос, и это самое сложное в моих всех записываниях видео музыкальных, моих песен. Поэтому сейчас делаю мейкап, и потом я уже собралась, такой у меня аутфит. Вот, и будем записывать. Let's go! Моя самая нелюбимая во всех этих... съемка видео — это именно, ну, как бы наряжаться, и потом у тебя не получается записать видео, у тебя не получается записать голос, и ты просто такой, типа, делай все сначала, завтра. Всем привет! Это последний день лета, и завтра уже в школу. Я не могу смириться с этим фактом. Я, если честно, за все эти дни я приняла ситуацию, и я поняла, что это не так уж плохо. Я очень хочу попробовать там новую одежду, короче, что-то новенькое. Я очень рада айпадам, которые у нас сейчас, и я не знаю. Просто встречаться с друзьями каждый день. У меня принятие. У меня уже принятие. Стадия принятия. Я сейчас гуляю в парке. Опять. Healthy lifestyle. Вот. И я слушаю медитации. Сейчас такой период странный, поэтому аффирмации и медитации меня спасают всегда. Я вчера же записала песню, и сейчас я буду ее редактировать. Только что выложила свою песню. Я ее делала последний месяц. Последний месяц я ее делала. Я записывала ее. Я ее перепевала. Я вообще все делала. Все на свете делала с этой песней. И сейчас я наконец-то ее выложу. И сейчас я не знаю, как она, что вообще, как вы отреагируете на эту песню. Как мой инстаграм отреагирует на эту песню. Я вообще не знаю. И завтра у меня в школу. Это слишком много для меня. Ну что, сейчас вечер. Последняя неделя лета официально прошла. Завтра будет важный день, поэтому всем спокойной ночи.